Состоялась презентация книг «Кошмунар Алым Кулаталык Ташбек Датка» заслуженного деятеля культуры Кыргызской Республики поэтессы Тазагуль Закировой. Для этого автору понадобилось 6 лет усердного труда, сил и энергии для сбора всех необходимых исторических материалов. Произведение повествует о героических поступках наших предков. Это ее не первая книга. В ее копилке множество стихов и документальных произведений. В творческом мероприятии приняли участие представители правительства, общественные деятели, видные писатели, почитатели творчества Тазагуль Закировой, близкие друзья и соратники. Все они в своей речи отметили многогранный и особенный талант Тазагуль Закировой. Так, заместитель министра культуры Салтанат Аманова подчеркнула, что Тазагуль Закирова является ярким представителем литературы, которая пишет свои издания, ссылаясь на глубокий анализ и исторические сведения. Очень хорошая, интересная презентация книг «Кошмунар Алым Кулаталык и Ташбек Датка». Это 190-летие этих великих государственных деятелей Кахканского царства. Они работали в Кахканском царстве. Когда нападали вот это Кахканское царство, Чымкент, Туркестан, Ахмечит, везде это были очень большие жертвы, большие трагедии. Но Алым Кул был всегда на первом плане, воевал, на первом плане всех собрал. Имеется у меня до сегодняшнего дня 34-35 книг, из них 7 томник сборников. И сейчас вот одна интересная историческая рассказ.